поздравляю с победой. Неожиданно тяжелой победой. Вот, на твой взгляд, почему такой трудный получился для «Факела» игра в Чемпионате? Сейчас сказать не могу. Даже нечего сказать. Нас тренер зарядил на игру, дал установку. Мы готовились как к очередной игре. Честно сказать, может быть, поле, знаете, то, что искусственное поле. Хотя, в принципе, нормальное качество. Даже не могу сказать. Какая-то расслабленность, наверное, была в первых минутах. Поэтому не досмотрели какие-то моменты и получили вот этих два ненужных мяча. Но потом собрались, и я думаю, что выровняли игру. И даже в конце, видите, мы выиграли, слава богу. Скажи, пожалуйста, твои частые подключения в атаку – это тренерская установка или твое личное желание, может быть, подспудно играть впереди? Не, желание, безусловно, мое есть в этом, но и как бы главный тренер просит об этом перед игрой, в каждом матче, чтобы мы включались, создавали численное большинство в атаке. Поэтому, ну, сегодня это удалось, слава богу. Сегодня ты забил два мяча, один из героев матча. Для защитника такой показатель достаточно редкое явление. Раньше в Корее были подобные случаи? Нет, по одному мячу только удавалось забивать. Такое впервые, я очень рад, что именно в этой команде я сделал такой результат.